Привет, ребята. Такая беда у меня с этими кошками. Они поссорились. И все из-за того, что Марфа родила этих милых котяток. Мои кошки, которые всегда жили дружно, теперь шипят друг на друга и даже дерутся. Вернее, это все не киска. Она шипит на Марфу и даже бьет ее. В прошлом ролике я показал, как Никиса из-за ревности даже хотела утопить котенка. Кто не видел этот видеоролик, обязательно посмотрите. Ссылка в описании. Представляете, до чего дошло? А как дружно они жили раньше. Вместе играли, ели, спали и даже хулиганили. Ой, иногда такое творили. Вот посмотрите, что они делали. А сейчас что? Ссорятся, дерутся, шипят друг на друга. Вот такие дела. Что же мне делать? Как же мне кожу помирить? И решил я им купить игрушку. Девчонки, смотрите, какую вам классную игрушку принес. Я уверен, она вам точно понравится. Ну, Никиса. Да. Что-то игрушка мне очень понравилась. Марфа, Никиса, вот честно скажите, вам игрушка не понравилась? Или вы мириться не хотите? Девчонки, знаете, что я сделаю? Я вам куплю огромный, крутой, бомбический подарок. Только вы, пожалуйста, живите дружно. О, это дело. Девчонки, идите скорее сюда. Смотрите, что я вам купил.
Ребята, как вы думаете, помирятся мои кошки или нет? К сожалению, на Ютубе комменты отключены, поэтому пишите мне в Инстаграм. Ссылка в описании. Ну что, всем пока-пока!